10% перефаза, вот здесь, мы сейчас сюда убегаем, я сейчас квадратик поставлю. Играйте по мобам, тут будут мобы такие выходить, играйте по мобам. Вы запомните, к этим мобам всегда под лицо не заходите, то есть бьете их всегда только в спину. Ханты играют по ледяным шарикам. Потом три моба выходят, начинается перефаза. Смотрите, мобы будут, допустим, вот так вот вести. Вот, будут так его вести. Не бегите, как дауны к нему под лицо, бегите немножко назад него, не бейте. Дальше, выводят моба сюда, на 70, точнее, три моба вышло, выводят сюда их его. И запомните, босса всегда бьете под спиной. Вот будет здесь босс 5, бьете его всегда за спиной. Дальше, когда я скажу разбежаться, все разбегаетесь вот на этот круг, на этот круг. Дальше, на какого-то человека будет вешаться череп, осквернение, соответственно. Этот человек должен будет вынести осквернение. Выносите осквернение всегда к вот тишина. Кусял. У меня Короче, понял. выносите осквернение всегда к обрыву. Также будут лететь, допустим, валькирии. Он босс кастует тоже валькирии. Будут лететь валькирии. Они будут лететь, допустим, вот сюда. Вы осквернение под валькирии не несете. Несете немножко по другой траектории. Но ваша задача не нести в людей. То есть выносите от людей осквернение. Не кинулось на вас осквернение, забегаете внутрь. И продолжаете бить валькирии, потом леча. Потом на 40% начинается следующая фаза. Опять же, забегаем сюда на центр. К боку, точнее. Опять духи, духом под лицо не заходим. Потом босса будут водить от края к краю. Вот вначале, допустим, с этого края, потом в тот дальний левый край. И вы всегда тоже запомните, бьете босса под спиной. Будут опять же осквернения. Часть людей убегать будет влево, часть вправо. Человек, на который вешается осквернение, просто убегает, выносит его подальше от людей, разливает эту лужу. Все остальные бегут дальше. И на одного человека будет вешаться каждый жнец душ. Этого человека нужно будет прохилить, когда его закинет в комнату, ему нужно будет сбить каст. Сбить каст мобу и убить моба. Если это хил, прохилить моба. Все. Ставлю рыбу и начинаем. Стоит рыба, можешь начинать. Сейчас поем-то давай. Дайте ребят, я там падал. Уже не стоит Ну, рыба. сейчас поставлю. Рыбу. Ешьте рыбу, кто не ел. Бля, гоблин, что танцует, то все кайф, нахуй. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и Все стоим, если что, на первой фазе в одной точке вместе. На пул и на кей, а кей будет мой танк. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Будешь О, бля, еще не шквест на Зандавара еще не взял. Спасибо, Маша, что напомнила. Все времени не будет, я вечером буду делать себе эти сделать. Ну, я попробую сам сделать, чтобы тебя не напрягать. Миш, тоже не особо хочется тебя Не, я, короче, напрягать. сегодня за голду все сделаю, если не буду этим. Если я сделаю раз, у меня с гильдии кикнет, типа, перерождение или нет? Нет. Ой, господи, нет. Припу, блядь. Ладно. Пустить. Ох, я длинный. Не, его прям разверни производить. только. Только разверни его, Зерона. Да, подбегите ближе под жопу. Только ханты на небольшой РНЖ. Яшка, ты прям в рейде диспелишь. Жигулет, не надо танчить. Танчить. Пусть побьет человек. Юра, дай МБ. Когда тут БР, сразу вставай. Жигулет. Юрик. Маша, дай ты Потому БР. что он в центре, вон он лежит, блядь.
Все, один, куда два? Играй тупо по лечу уже, блин. Дебафните Жигулета. Таска, кулак, все дела. Лапа. Так, Маша, по себе инер, воу. Ты уже по себе дал, кусяла по мандре, да. Готовились, скоро будем на край. Да, скоро будем на край убегать. Побежали все на край за квадратиком. Лопочта. На пул в ке. Выведи Азерона, он сейчас ёбнет на всех. Ох, молодец. И диспел, Ляшка, ты на диспеле, когда его диспелишь. Андрюха, залей Игнер пока по Улову. Следующего духа ты забираешь, Азерона ты наличаешь. Зелен, попробуй на касте. Вот. Не понял, последний зачем, но ладно. Под лицо к духу не лезьте. Скоро будет перифаза. Приготовились забегать внутрь. Забей под духом, под лицо к духу не бегите. Под лицо не бежим к духу. Духа добили вначале. Подводи потихоньку лича, Зерон. Духу. Добили все духа, потом под спину все кличу. Абсолютно все под спину. РЗДшники разбежались, дали Геру. Играйте по валькам. Дальнюю ромбик по ромбику не играйте. Играйте по трусам и по печеньке. Милики приготовились тоже разбегаться. Сейчас все, разбежались милики. Сейчас будет осквернение. Марухич. Вот посмотрите, как выносится лужа. Вот такая лужа появляется. Просто из нее выделит нам. Может не забирать на самом деле, похуй. Пусть забирается, так и вам будет проще. Не, забирай. Да, она не дамажит. Дамажит. Тебя, значит, подняем быстро. Там нормально дамажит. Я зеленку нажал, 20% мне посадило. РЗДшники приготовились разбегаться. Разбежались. Милики тоже убежали. И выносим лужу. В людей не несем. Сквернение, выбежали. Выбежали из лужи. По ромбику играем. А по кружочку? Нет? Кружочек еще дальше. Кружочки там. Ромбик, кружочек. А, лоб, окей. Трусики. Да, я взял их. По трусикам. Все. И опять под жопу. Маша, как откать сейны по себе зальешь. РДшники разбежались. Милики тоже убежали. Мендри вынесла. Все, и возвращайся под жопу. Скоро вальки появятся. Смотрите под валик лужу, следующую не выносите. Играем по печеньке, больше играем. И замедляем печеньку. Печенька... не сделал. Нормально. Не, 5 секунд. Разбежались, да. Милики. Ахиса. Тот, кто в трусах сидит, сразу назад убегай. Все. Так, Андрюха, залей инер по Вову, как будешь. Кусяво по мен. По мендри. 5% еще одно... Да, вижу. Сейчас еще одно осквернение. РДшники разбежались. Милики тоже убежали. Играем по валькам вначале. Потому что люди поумирают в центре. Ахиса выбежал. От Ахиса отбегите, задом не беги. Разбейте ли валик и веди там, где лок стоит. Луча. Вначале валик добили. А это можно и ебедать. Два процента. Переводим. 12 секунд. Должны успеть.
И готов с кейма сейф и ляска. Успеем. 1%. Все, все забегаем сюда. На край. Сейчас появится еще лед, все на лед забегают. Ляшка и кей. Забегаем. На пулы в кея. К духу под лицо не лезь. По сверкам играйте, сверка почти доехал, хантишки. 3 штучки. Давай, Джеймс, будешь помогать, только если они справляться не будут. Заберись, заберись, заберись. Да он изначально сам один бьет. Он справляется. Я про то, что... Ну хорошо, бейте, блядь, короче. По Мендри... А, не, наверное, нет у нас свободного, да? Скоро будет перифаза, приготовьтесь. Под лицо к духу не заходите, на сферке не бежите. Заходим. Внутрь, на сферу только не бегите. Добейте сферу. Ах, дух, 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 пройдем. Духа, духа, под лицо не заходите к нему. Добили духа вначале. Нажми массейф, если есть у кого-нибудь. Райваса прохил, Райваса зубы. Райваса, Райваса. Райваса зубы. Перетамчивайте, перетамчивайте. Бэр, бэр по кею. Перетамчивайте все, кто шарит. На мишке уже. Все, прибав психе. Скоро будет осквернение, право-лево разбежались. Андрей, ловишь духов, кей, танчу. Машка, вынеси. Побежали на другую сторону, там зимишка стоит. Все под жопу. Прям все к обрыву бегут. Встанет за жопу. За таунти был, субботу за таунти. Да, блять, у меня... Чего нахуй? Сойди, сойди, делай, Кис, сойди, лови. Я хуй его знает, у меня кнопки не жмутся. Я их даже мышкой нажать не могу, что это, блядь? Осквернение право-лево разбежали. Диван может. Типа... Подожди, тихо. Право-лево. Сбежались. Меня люди на стриме видят это? Кусяво выбежал. Вынес. Все, и перебежали в другую сторону. Угу. Нажмешь ляжка массей. И прохильте эту цель. Нажми уже ляжка массей. Андрюха, иди лови духов. Кусяво прохильте. Я ловил, мне нечем ловить, я еще там... А, ну там пошло. Войд, Войд, есть ловить? Я ловлю. Нормально. Нормально. Право-лево разбежались. Ничего страшного. Я в лича могу нажать все что угодно, кроме ЛПшки и таунта. Капанил выбежал. Что это? Перестав скиллы, если на то, что можешь нажимать. В лужу не бежим. Не. И стали под жопу все. Войд, есть совить? Не, нету. Ляшка, есть бабл? Если есть бабл, я иду, бабл, я иду, совить. Я иду. А, хорошо. Мне сейчас хуёво будет, ну ладно. Похильте кей. Войд, нажми, как и после осквернения, нажмёшь гимноману, Войд. Маска и наркоуз залей, да. Убежали. Воу, выбежали от него, разбежались, разбежались. Хорошо. 5%. Жат воду сможешь не зыбу нажать? Нажми, нажми не зыбу, окей. КД, 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 КД. Он у Машу прохильте. Оверхил ее. Мне ловить нечем, если что. Иди просто пробуй ловить. Маша, хили с духа, не прыгнешь в мишку, забьешь там каст. Перестан. Право-лево разбежались. Там дух вверх полетел. Похуй. 1% босса. РДДшники добейте. Oh, Биран вынеси. Хорошо. Бля, Биран не вынес. Так как так? Там челики на стриме видели. Я пытался нажать кнопки, честно, но они не жались. Там... Он через книгу даже пытался. Не, ладно. Было бы, если вайпнулись, это то, это что. Главное, что убили. Блять, как тяжко с таким FPS-ом набрать на 25-ке, это пизда просто, блядь. Мана-мана. Ту-ту-ру-ту-ру. Типа, у меня жмется все, кроме LP и таунта.
Это возможно из-за того, что Т4 у тебя где-то это багается, может быть. А может из-за того, что типа... Ваня, ты себе начислял на этого, на 4 кнопки? Я сейчас проверю. Начислял? Да, он все сделал. Значит, можно пикать его зрение. Это Ильди. Если тут заходить за ИП. Ярик, иди успокойся сегодня, что-то ты сегодня буйный, блин. Иди это, вздрочни, малёха там, блядь. Даруй мне последнее благословение. 100-250 вернуть, ты два раза сдох. Один раз без команды встал, а второй раз зашёл в буду сдох. В чём проблема? Бля, мне, короче, два раза сняли не по моей вине ЕП, блядь. Ну, каждый, если так будет горло рвать, это будет пиздец какой-то. Объективно же объяснили, всё, хватит, взрослые люди, ёбаный стыд. Блять, я вон подвис, и ничего, похуй. Ой, блять, ресните, пожалуйста. А ресните, да, мне рес не перешел. Да, блять. Спасибо. Андрюха, а что, мы пойдем в десятки реча убивать? Блять, кто эту хуйню правил? Ему бой в нее прилетел, заебись. Здесь, блядь, это, ну, чё за лут, а? Чё упало там, кстати? Хуи-то. С большой буквы. Саранит и два токена. Блядь, я туда случайно полетел. Короче, это, насчёт лича десятки, Эндрю, типа, у меня есть минут 35-40, короче. Если мы сейчас прям пойдем убивать его, пойдем. Если нет, то меня надо будет заменить, потому что, ну, потому что... Ну, прошу, короче, это, Сань, что-то будет после цвета, мы пойдем туда. Да, да, я бы сходил бы, я в тюрьму, в тюрягу сходил бы. 10... Ну, пойдем, ну, сейчас с нами целка 10, подамажишь, короче. Хорошо. Еще. Бетик 10 раз, 10, 2, 10, 3, кидай обмен. Войт, сними ЕП. Кто ливнул с рейда? Я ж не начислил ЕП, а пока увернись. Вы заново проедете ЛК-10 или с нуля? Чисто лич. Ну, и пока лич есть. Братик, верни. Ярик, блядь. Бачок потик. Там пиздец вообще, наверное, свистит уже фляга. Подожди пока, сейчас шмотки разъепешь, там не пишут. Посох. Войт, тебе это не на мейн. Мендри 10 раз. 10, 2. Маша, а тебе зачем? У тебя же травма. Психическая. Черепно-мозговая. Бля, ну роли. Ну окей, окей, 500 раз. Два. Там у Мендри 500 поставил. Раз. Два. Три, кидай обмен. Блядь, двое, не пугай, нахуй. Дальше, часы. Войт, блядь, ты раз, два, три, четыре снял, еще одну сотку не хватает. Не-не, он пять снял, все нормально. Да? Лоу, 10 раз, два, три кидали. Квадрату. Блядь, я-то думаю, что я не вижу, блядь, Войт. А почему у меня Войт в ЧС, я не могу понять. ЧС в ютубер просто. Озерона у меня тоже в ЧС, когда я с тобой, я тебя ни разу не видел на Озероне, блядь. Это токен. Разбойник, маг, друид. Токсик на Эйлоре. Воу, 10 раз, 2, 3, кидай мне. Еще один такой же токен. Озерону с ЧСом можешь не доставать. Пока на мейн, Родин, пока на мейн. Еще один такой токен. Точно да, там на форуме есть, ты понимаешь, там люди сразу ниты, то вообще сам добавляю сразу же список. Лоу, 10 короче. Раз, два, я на форуме где-то есть. Три, кидай обмен. Этот черный список, он, короче, у меня еще, когда вот я тогда в ВК, когда актуалом был. Еще один такой. Подожди, дай доролим токен уже. И... Точно такой же токен. Надо еще кому-то?
Раз, два, три, да, обмен лоу. Вы гоните, блядь. И последний точно такой же. Четвертый. Блядь, ты сразу скажи, что у тебя их 10 штук. Я думаю, смотрел или что. Пиздец, блядь. Надо было часы паролить, ёбаный. Давай, похуй, пусть будет, если никого не надо, естественно. На офф и на хуёв. На мейн или на офф тебе? На офф. Нахуй мне на мейн. На офф, этот, можешь тоже ролить. Так и офф тебе на офф ролить. Off. Я тебе уже отнял. А нахуй кому-то ты 10 на мейн? Сейчас никто не снимет. Реально, блядь. Кидай обмен, Ритей. Сюда. Я сейчас ИП начислю. Так, у нас Андрей 16:30, да? Да. Значит,